Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам мужской рюкзак французского бренда Kenzo. Модель сделана из нейлона, легкого, износостойкого и прочного современного материала. Он быстро высыхает при намокании и выдерживает большой вес. Карман украшен символом бренда – резиновой эмблемой с головой тигра. На внешней стороне расположены два симметричных кармана на застежках и один прямоугольный карман на молнии. На задней стороне модели расположены два текстильных ремешка, с помощью которых рюкзак можно носить на спине или одном плече. Они крепко вшиты, что делает конструкцию прочной и долговечной. При желании вы также можете носить рюкзак как сумку за короткую ручку. Внутреннее пространство вместительное и глубокое. Внутри есть два плоских кармана без застежек. В них удобно убирать тетради и документы. Их быстро и легко доставать. Сам рюкзак с легкостью вместит технику, спортивную форму и бутылку воды. Тканевая подкладка прочная. Она позаботится о сохранности ваших вещей. Рюкзак идеально подойдет для путешествий или похода на занятия. Он прослужит вам долго. Модель дополнена съемными ремешками на лямках. С ними рюкзак можно трансформировать. Скрутите его и закрепите. Из объемной модели он превратится в компактный сверток, который можно носить в руке или убрать в сумку поменьше. Этот рюкзак в стиле уличный спорт можно сочетать с джинсами вашей любимой модели и футболкой. Он также будет эффектно смотреться со спортивными вещами, например, трикотажным костюмом и кроссовками. Модель представлена в трех цветах – черным, темно-зеленым и фисташковым. Выберите тот, который лучше всего сочетается с вашим кажуальным или спортивным гардеробом. Наслаждайтесь качеством с вашим новым рюкзаком Kenzo.